Так, всем привет. Сегодня мне задали такой вопрос: почему инструмент как бы острый, режет бумагу, но не режет дерево? Могу сказать одно. Это все зависит от металла. То есть металл режет, вы заточили, он режет бумагу. Потому что бумага намного мягче, чем дерево. Поэтому бумагу он режет. А в дереве он мнется. То есть режущая кромка, она заворачивается и не режет. Или быстро тупится. Что говорит, что металл слабый. Это один из вариантов. Другой, еще вариант может быть неправильная заточка. То есть угол заточки у вас может быть очень маленький. И когда стамеска уходит в дерево, она просто поднимается вверх. Она не режет, а просто вылазит с дерева. Поэтому зато нужно попробовать изменить угол заточки. Сделать его больше. И попробовать в этом случае порезать. И что еще, что может быть? Это так же самое, когда вы заточили, только у вас режущая кромка не плоская, а как бы полукруглая. Также может быть проблема в режущей кромке, она не совсем плоская у вас получается. То есть есть как бы вот эти скругления, вот такие вот режущие кромки. Она идет вот так. Вот такая вот скругленная. То это неправильно. Режущая кромка, она должна быть плоской, ровной. Тогда она будет резать. А если какие-то вот скругления на конце, она просто подминает дерево и не режет. Это проблема у начинающих резчиков во время заточки. Кромка получается очень зализанная такая вот. И она тогда не режет. А должна быть идеально плоской. Ну, не идеально, пускай даже приблизительно к идеалу, к плоскости. Тогда она хорошо режет. Так что обращайте на такие моменты внимание во время заточки. А на каком камне точить, ну да, в принципе, это без разницы. Идете от крупного к мелкому, даже можно использовать наждачку любую. От крупной к мелкой. Заправляете, затачиваете. И стамеска будет в рабочем состоянии. Металл, конечно, большую роль играет. Можно сказать, решающую. Как бы. Так что на это тоже стоит обратить внимание. Что еще можно сказать по заточке? Ну, по заточке можно много чего говорить. Но основные вот, основное, от чего зависит заточка, это от металла. То есть, если у вас качественный хороший резец с качественного хорошего металла, то он, соответственно, при правильной заточке он будет хорошо резать. Это в любом случае. Так что, вот так. На этом спасибо и до новых встреч.